Браво, Зажигина, зеленые топы, Филин Ромашова, белые топы. Счет 2-1 ведут Филин Ромашова.
Всем привет, друзья, мы начинаем мясо на любого. Мы начинаем очередной матч на корте номер один. Это вновь женская часть Кубка России по популярному волейбольному сезону 2016 года. Представляем третью бригаду встречи. Первый судья матча судья международной категории Ирина Агалзаева, город Рязань. Второй судья матча Алексей Зоев, город Москва. Представляем составы играющих команд. Зеленых топа. Девушки из волейбольного клуба «Обмен». Встречайте команду первым. Светлана Калонина. И под номер 2 Елена Беленова. И соперницы представляют комплексную школу высшего спортивного мастерства. Сестры Свиридовы, встречайте под номером 1 Мария Свиридова. И потом на два Елена Свиридова. Ну что, друзья, соперниц турнирной сетки. Мы с вами понимаем, что победитель этого матча, дорогие друзья, завтра продолжит борьбу на турнире. Но, собственно, произошло в этой встрече. Завершает свои выступления на Кубке России сезона 2016 года. Так что важнейший матч, уважаемые любители пляжного волейбола, давайте смотреть, Светлана Коровина на подаче. Ну что, дорогие друзья, все в пользу Светланы Коровиной и Елены Беленовой. Смена стала на первом топке. Счет 5-2. Светлана Коровина на подаче. Это все, дорогие друзья, в пользу сестёрки Лидоровых. 3, 5. Елена Свиридова, на подаче. Красивый розыгрыш, дорогие друзья, все же достается Марии Елене Свиридовой. 4-5, это минимум сокращается разница в счете.
Ну что ж, таким образом, дамы и господа, счет первой партии этого матча становится 5-5. Выровняли положение все с Красивидовой. Елена продолжает продавать равенство по 5 набранных очков.
Ну что, друзья, возвращается девушка на кокле 1. На подачу отправляется Мария Медведева. Ну, а это великолепная атака в исполнении Елены Беденовой. 11-11. Да, полетая разница полгода в первой партии. Вновь минимальное преимущество обрывается вперед. Все слышали Беденовой. Елена, на подачу. Елена Свиридова, да, подача. И это шоу-фоксом Светланы Коровиной Елены Свиридовой. 14-15. Приехали вам, пожалуйста, дамы и господа, мы с вами увидели вас в Копеном Рабле. И победа на сегодня достается Сестрам Свиридовым. Очень красивый голос, дамы и господа. И тайм-аут в этом эпизоде. Берут девушки Зеленый Копок, Светлана Холодная, Елена Свиридова, представляющая Григорий Клуб «Огни». Thank you.
Ну что ж, это небольшой нокаут показывает третья бригада. Разница все-таки сокращается 17-18, и при этом все же происходит смена сторон. Отправляйте шоу после своей подачи Светлана Калуна. Но вот это же Светлана великолепно атакует. 18-19, кульминационные моменты первой партии этого важнейшего матча, друзья. Минус один у девушки из Обнинска. Но это будет первый сет-бол для сестер Свиридовых. Счет 20-18, всего 20 баллов. Мария Свиридова отправляется на подачу. Отыгран! Первый сетбол. Ну что ж, фантастическая атака в исполнении Елены Свиридовой. И первая партия со счетом 21-19 остается за сестрами Свиридовыми. 1-0 по партии. Yeah.
Второй на втором, на второй партии, на центральном корте. Сейчас 5-2. Вот что, сейчас передовой. Плюс третья. Угол из Санкт-Петербурга. Сам номер, Елена Селидова, на подачу. Ну что, потрясающая сначала на блоке, а далее уже в атаке играет Мария Селидова. Шесть-два. Ну
Ну что, дорогие друзья, 11-я всего, походу, партия пользу сейчас Велидоровых, преимущество плюс 5, 11-6. Есть еще, дорогие друзья, пользу Светлана Холодной, Екатериновой, 8-12, по ходу второй партии, а до студентов осталось разыграть до технического тайм-аута. Ну что, собственно, отправляются девушки на технический тайм-аут, дорогие друзья. Ну что, друзья, возвращаемся к партнерке за первый порт. Одинокая партия выиграла у сестер Свиридовой, также переодение впереди по ходу второй партии. Ну что, 9-12 и Елена Кубинова на подаче. Ну и на этом эпизоде приведения гвардия содействует Елена Свиридова, 13-9. И у всех великолепно действует Мария Свиридова. Золотая преимущество делает этот Санкт-Петербурга. 14-9. Ну что ж, отправляются подачи
Это Бутория, соперница со стороны. Делала команда Ефимовой. 16-10, Люцик. Ну, после чего мы давайте уже преимущество. Господь мог уже говорить. Второй партии. Мария Елена Свиридовая. Плюс 5. 18. 13. Начинается 14-10.